Одну сторону я сделал, теперь мне нужно сделать другую сторону. Для этого нужно сделать шаблон. Шаблон, то есть, если я буду, скажем, спил делать, то мне дальше вот этот плечико помешает. То есть движение. Вот видите, как неудобно получается. И пилить я теперь буду уже немножко по-другому. Вот покажу. Мне нужно теперь взять шаблон, сделать. Сейчас доску ищу. Какую-нибудь доску. Пойду. Ну, приблизительно вот эту вот. Вот брусочек возьму. Мне нужно 6 миллиметров. Теперь нужно вот здесь найти. Вот в этом промежутке. Вот я двигаю и закручиваю. 6 миллиметров надо найти вот здесь. То есть от зуба к этой вот направляющей. Так, от руки опять закрутил и опять проверяю здесь. Подстукиваю. Но когда подстукиваешь, то есть движение идет минимальное. Вот теперь беру откручиваю. Вот смотрите, как делается. Теперь, как бы сказать, вот этот размер. Вот этот размер равен вот этому плечику. Вот этому. Вот он размер. Теперь движение будет теперь идти вот так находиться. Вот таким вот образом. То есть мне нужно взять 12 миллиметров теперь. Вот это расстояние. То есть теперь от этой вот направляющей до этого зуба нужно мне найти 12 миллиметров. От руки закручиваю. Здесь нормально получилось. И здесь. Похоже, нормально все. Все, вот смотрите, теперь как будет работы идти с другой стороны.
пил вот эту вот планки. Теперь нужно вот это место где-нибудь закрепить, и все, и у меня будет движение, то есть вот таким вот образом, чтобы не провалилось туда, вот так. Все, теперь надо мне здесь закрепить и только прижимать и водить, и все. Вся будет работа. Вот как мне это сделать? Тут уже все делается просто. Надо струбцину закрутить здесь и прижать губками вот таким вот образом. Пойду за струбциной. Пока.